В Урае в торговом центре погиб ребенок. ЧП произошло возле открытых дверей шахты грузового лифта, который не предназначен для общего пользования. Известно, что 11-летний мальчик пытался запрыгнуть на платформу, которая двигалась вверх с первого этажа и был зажат конструкциями подъемника. От полученных травм ребенок скончался на месте. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям работников торгового центра, которые ответственны за обеспечение безопасного пребывания посетителей торгового центра, а также тех, кто оставил двери грузового лифта открытыми, не ограничив при этом доступ к лифту посторонних лиц.